Внимание, внимание! В магазинах «Титан» огромный выбор бытовой техники для дома и дачи. Телевизоры от 990 рублей, пылесосы от 1490 рублей. Супер цены! Гарантия на весь ассортимент. Хочешь сэкономить? Приходи в «Титан». Начнем с приятных новостей. Такое тоже бывает в нашем выпуске. Вошли во вкус. Подрядчики ударными темпами проводят ремонт улиц с опережением графика. Если так пойдет и дальше, то все участки сдадут раньше срока. Правда, если повезет с погодой. Сегодня чиновники Кировской мэрии проверили работу подрядчиков на улице Волкова. Это, пожалуй, была одна из самых убитых дорог в городе. Согласны? По асфальту укладчикам жители района здесь плакали несколько лет. Круто. Наконец-то закончились эти ямы бесконечные. Стало это хорошо ездить. Раньше одни ямы были. Было сложно ездить. Дорога после ремонта еще не сдана, а радости водителей уже нет предела. Волкова долго была в топе самых убитых городских улиц. 500-метровый участок был в дырах. Сейчас здесь подрядчик практически завершил ремонт. Осталось доделать съезды и тротуары. Их тоже меняют по всей протяженности улицы. Вместо разбитого асфальта будет брусчатка для удобства пешеходов. К концу августа работы обещают завершить. Остаются, как правило, вот, либо какие-то мелкие работы по обустройству съездов, по установке бордюров, где-то по ремонту тротуаров. Но вот основные, вот, большинство работ, связанные с укладкой асфальта, они в большей мере выполнены. В таком же примерно состоянии сейчас оставшиеся 14 улиц, которые в этом году ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Подрядчики пока не опоздали по срокам ни по одному из объектов. Впрочем, их активность будет зависеть от капризов погоды. Скатертью постелить все дороги должны в начале сентября. Но вот, кажется, дождь начинается. Хотя и осадки стахановцам не помеха, верно? Хоть потоп. Такие истории работ в дождь мы уже знаем.